Вот такой вот брелок, вот, чтобы вы видели, что он вешается вот. Вот такой вот. Это брелок бегущей собаки в зеленом костюмчике. Вот. Зеленый костюмчик видно только спереди, поэтому не сбоку, нигде я его показать не могу. Вот. Сбоку его уже не видно, этого костюмчика. Кстати, как и собака нарисована только спереди. У него вот сверху шапочка. Вот такие вот белые лапы. Они... Хвостика не видно, ну, тут. У нее язычок такой красивый. Такой носик. Глазки. Вот такая вот собака. Почему-то она так отсвечивает, что непонятно. Ну, ее так нарисовали, что сбоку она пятнами. То ли грязная какая-то, то ли что, но сбоку ее так почему-то сделали. Что белой краской забыли вот тут дорисовать. И вот тут что-то наляпали, ну. Вот как-то непонятно. Вот. С этой стороны вот вообще нечего даже показывать, но я покажу со всех сторон. Поэтому комментировать не буду. Кому понравилось, жмите лайки, пишите комментарии, потому что спереди, я думаю, собака может кому-нибудь понравиться. Хотя так как ее раскрасили, честно сказать, я недоволен. Потому что кажется, что она грязная и какая-то ущербная. Поэтому вот тут конкретно это лично мое мнение, что я вижу на камере, что я... Потому что камера подчеркивает то, что не видно без камеры. Таким вот. Такие вот пятна, которые ей сделали непонятно зачем. Собака это из... В общем, не видно его значка, вот. Из собачьего патруля, вот. Вот. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайки. Ждите еще видео, обязательно покажу что-нибудь интересное на своем канале.